Всем привет, друзья, с вами Кос. Сегодня я бы вам хотел... Витя, прям. Короче, со мной Артём, мой друг. Я задонил в NextRP. Ну, пока вы не видите, вы если нажмём в 4, вы увидите, что я задонил. Косарь 750, ну... Я вообще, на самом деле, сильно испугался, когда увидел, что мне деньги как бы не пришли. А там просто была задержка. Вонючий NextRP. Я уже успел обосраться. Да, и вот я жду, во-первых, покупателя, он, точнее, продавца, он продает мне Skyline за лям 400 с большим пробегом, да, но я там капиталочку сделаю, и все будет nice. Вот. На остальные деньги у меня есть два варианта, либо открыть кейсы, кейсы, возможно, для тюнинга, или... О, мне кажется, это он написал. Да, спасибо, он, типа, хочет покушать пока что. Вот, и либо, получается, сколько это будет, сейчас, надо проверить, F4. Как ты думаешь, сколько наберут зрителей просмотров? Ну, думаю, если я назову видео донат, то много. Погоди, 1400, 500, 600, 750, это 350 тысяч, по сути, да? Ну, мне кажется, для тюнинга 350 тысяч, ребят, это будет прям мало для тюнинга. Ну, 350 тысяч для тюнинга, для Skyline особенно, потому что, типа, там у Skyline тюнинг за лям, но, как бы, на кейсах тоже особо ты, ну, не раскошелишься. Скажем, могу один кейс. Да, друзья, вы меня не видите, но я на заднем 400, плане, потому что погоди, я 400. 500, 600, 700, это 350 тысяч. Я могу открыть кейс советский. У меня по-любому какой-нибудь танец выпадет, саный обоссанный. Чё? Возможно, серебряный надо открыть. Да, наверное, я себе кейс... Давай, это сколько? Это 398. Откроешь? Где это 350? Не, мне немного не это. Короче, один. Я, наверное, один этот открою. Серебряный. Хотя нет, но что-то можно покруче что-нибудь купить. Да вот, за 249 кейс советский, наверное, реально открою. Вдруг пол мульта выпадет. Ну а вдруг, серьезно? Ну, пол мульта, это уже нормально. Не пол, а полтора мульта, кстати, я ошибся немного. Ну, полтора. Или могу кейс земля, или земля-воздух могу кейс открыть. Не, можно воздух открыть, там же ты как хотел. Земля-воздух, да, я могу земля, либо кейс земля купить, либо кейс воздух. Так, что здесь по... Какой... Давайте рассмотрим, какой говнолут в кейсе воздух. Движение танцевальное, золотая маска. Ну, 125к как утешительный приз. Два дня премки, такое себе, жетон для колеса, тоже говно. Нормальный, более или менее, это скин инопланетянина, миллион. Еще один Skyline GTR. И, конечно же, вертики. Какой говнолут в кейсе земля? Так, летаем в самый низ, это, ну, здесь такое же, но, блин, не знаю, ребят, давайте, короче, на эники-беники, еники, еще есть вот этот у нас, еники-беники, ели-вареники, финики-драники, чипсы-сухарики, эники-беники, чёртовы нарики, эники, бэники, клац. Гражданин. Чё, чувак? Продаёшь? У неё 1200 пробега. По минималке меня дай. Не, чувак, я сейчас буду, смотри, покупать. Давай ты мне свой номер дашь, я сейчас буду Skyline покупать. Чувак, мне просто тачка нужна сейчас, просто, чтобы, блядь, ебаный кейс, блядь, открыть. Не, сейчас не могу прям, потому что я сейчас буду тачку другую покупать. Там долго будет. Это 24 часа задержка.
Так, заебал, давай мне машину нахуй, быстрее, за 90 тысяч продавай и все. Слышь? Блядь, я тебе заебу сейчас. За 90 штук машину продавай. Мне выйти отсюда? Мне выйти из игры? Да. Выходи. Вот мудак вообще. Ребят, что за беспредел, а? Куда-то отъехать, спрятаться. Сорян, ребят, что вот так вот случилось, просто, ну реально такой мудак. Давайте в Москву отъедем. Да, в Нексе добавили Москву, заходите. Играйте. Это не, используйте мой реферальный код обязательно. Вот, смотрите, я даже вставлю это видео. Реферальный код даст вам как бы очень хорошие бонусы. Вот он, мой код. Я его вставлю в описание видеоролика. Он вам даст, плюшки в начале игры. Его вы можно ввести только на первом уровне, поэтому юзайте именно мой код и получайте личные бонусы от ютубера как вас. Гражданин. Гражданин. Да, это ППС. Здравия желаю, ой, гражданин. Блин. Предъявите ваш паспорт, пожалуйста. Пацан тачку разбил. Надо бы отъездить, ремонтнуться. И будем... Вообще, выпал там кейс советский. Вышел вот. Наверное, я его как раз открою. Что бы там ни выпало, это будет донатерский кейс и неплохо. Да, полицейский тупой, знаешь что? Он, короче, едет такой по обочине и, короче, это сломал светофор. Вот это поворот! А у него бучок обыхает, я думал, это приоры. Друзья, пишите в комментариях, что Роме еще купить, что задонатить. Да, ну если под этим видеороликом наберется... Серьезно. Сколько? Дайте на 1000 подписчиков, я донил 3000 на Next. Просто 3000 на Next донил. Открываю на них кейсы, или тачку покупаю, вообще пофигу. Кстати, ребят, это насчет кейсов на GG Drop. КС мне чуть-чуть поднадоел, возможно, это кому-то сильный удар, но там жестко. Ну, и еще один совет. Скоро мы будем снимать новогоднее поздравление к Новому году. Да-да-да, к Новому году так будет новогоднее поздравление. Ждите. Ждите. Вот, да. Так, а, о чем мы хотели? Кейс советский, да, открыть? Да. Это будет 250, это 250, а мне можно 350. Потому что 400, ну-ка еще разок, потому что ошибиться будет здесь жестко. 400, 500, 600, 700, это, да, 350. За один мы 400 тысяч. Да? Я сказала просто. Так, ну, ребят, просто на всякий случай, просто вдруг что, вдруг он уже передумал. Ну, сейчас мы все-таки есть на... Он сколько стоит? Он стоит 249. Еще кейс за сотку смогу. Вот этот кейс могу открыть. О, прикольно. Все, он нам даже скидочку сделал. Я еще на скидку не намекал. Давайте покупаем один кейс такой. Открываем. Ох, рулеточка! Ох, русская рулеточка! Ох, русская рулеточка!
Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, бабло. Не нужна ваша тачка, просто бабло или... А, ну, пакет игрока стартовый, почему бы и нет, собственно. Три выхода из тюрьмы. Идеально же. Пожалуйста, предъявите ваш паспорт в лицо. Хорошо. Один говно кейс. Давайте. Бабло, наверное, да? Да, бабла, дайте мне чуть-чуть. А то мне чуть-чуть надо тачку содержать, Skyline. Гитара, твою мать. Что может, что могло быть здесь хуже? Ну и вводим лям 4, выводим... В лицо, да? Напоследок лям 400. Смотрите, лям 400. Все, мой баланс 1 428 000. Фух, ребят, Skyline, к такому как бы я не был готов. Skyline это прекрасная машина, быстрая, гораздо быстрее, чем моя саная тачка. Я же ее еще продам, у меня же будет немного денег. Ой, этот самый чувак! Ребята, короче, вне записи он за мной гнался. Твою ж налево, это опять он. Да блин. Ты тут? Да нет, меня тут нет, все. А ты снял видео? Нет, не снял видео. Ну ты там где? Да, кстати. Виталий. Виталий, что тебе надо? Косил, травлял. Что ты хочешь? Спасибо вам за. Виталий, что ты хочешь? Я не продаю, у нее 1200 пробега. И не могу, я сейчас буду другую тачку покупать. Ну ладно, давай пока. Я пошел. Так, он куда-то уже свалил. Давай тогда, если я не могу прям сейчас продать тебе, потому что там это долго, мне сейчас уже другую буду тачку покупать, поэтому я вообще ее хотел в гос сливать, но тебе могу ее продать только за 100 000. Вот, если я сейчас 100 000 с этого чувака сниму. Смотри, давай свой номер, я тебе завтра напишу. Я не могу сейчас, ты что, я же тебе сказал, там задержка, я после того, как тебе продам, я не смогу купить, как бы, другую тачку в течение 24 часов. Давайте свой телефон, номер. Так. Окей. Так. 73 1 1 1 1 2 0. 673 1 1 2 0, так что ли, да? Рома. Что? Ты продаешь?
Ну, я ему завтра чуваку продам. Все, Виталий, я тебя добавил, завтра тебе позвоню. За сколько продать? За сколько продаж? Рома. Где этот? Блин. Как бы ему объяснить? За 100 000 я ему продаю. Сколько? 100 000. Понял. Все не здесь. Смотри. Сток. Кто зашел? А, Артём, ты. Прикинь, чё? Чё? Мэль, короче, вот я, короче, тут стою, гражданка ко мне подходит. Ну, типа, я у нее спрашиваю, предъявите ваш паспорт. Она дает заявление, типа, то, что сотрудник мэрии, волонтер, а я ей сказал, что она без форм, и плюс нельзя показывать этот удостоверение, когда ты, типа... Понял, да? Ну, да. Да ты не в форме. О, как хорошо. Не, мне реально хорошо. Пися, это перестала чесаться. Ладно, ладно, ребят, как только вот я куплю тачку, мы, в принципе, закончим запись. Опять этот чувак. Чувак, что тебе надо от меня? Напиши мой номер. Да нафиг мне он нужен. Я могу купить, если твой продать. Я уже тому чуваку пообещал, понимаешь? Так нехорошо будет. Ок, в смысле, меня что должны были убить? Мое, я один вообще в ППС сижу. О, господи, что тебе надо? Слушай. Забери меня с собой. Да! У меня? Не ори ты так, господи. Ладно, я к вам вернусь, как только чувак приедет. Ребят, все уже началось. Вот его, как бы, мой уже Skyline. Skyline GTR. Ждем, пока он нам предложит его купить. Это моя первая крутая, как бы, тачка. А, чувак, сейчас я это в гос... Зрители канала Кокос, если вы хотите поиграть на проекте NextRP, так что можете скачивать и заходите к нам на сервер центральный. Мы там всегда будем. Какой-то тупой байт. Ну... Я уже сделал байт, что и свой этот реферальный код прорекламировал. Он, конечно, будет в комментариях и в описании, или в комментариях, или в описании. Все, я сливаю свою семерку. Все, просто пофиг на все детали.
продать. Все, обменял. Ох, ребят, этот момент истины. Покупочка. Чё он хочет? Ладно. Просто ждем. Skyline, GTR. Здравия желаю, предъявите ваш паспорт. Там, ребят, не было ляма 500. В смысле, больше ляма, у меня ляма даже не было. Тут он пипикает. Кому яйца надо оторвать? Проходите. Гражданин, убираем транспортное средство. Убираем транспортное средство. Позвони и скажи слово «Мусорак Антон» на бесплатный номер 02. И незабываемый. Ой, чувак, прям ты выпьешь. Знаешь, чем прикол? Короче, я такой сижу, там, короче, этот... Пока. Что? Хорошо. Гражданин, постойте. Всё, Лёх, я купил Skyline. Ой, в смысле, какой Лёха? Здравия желаю, предъявите ваш паспорт. Он такой красивый, только от разгона как говно берет. Один. Купи. Тюнинг. Чисто назовем этот ролик купили Skyline. Да, ребят. Ну как вам мой Skyline, пишите в комментариях. Я поехал быстрее, сколько там вообще стоит тюнинг. Всем удачи, всем пока.